домок. Не вниз хотела. Нет, это когда-нибудь была курица. Это была еда. Чувак. Это была еда. Слышь? А ты еще что-то привез? Нет. Что нет? Да это я бомжа просто по дороге заболел. А что, вкусное мяско? Я, знаешь, куда я? Просто объедение. Сюда я шел, я пришел там внизу, короче, через мусорку с Леной. Там было два бомжа, я пытался идти быстрее, буду было, они меня захавали. Сейчас же у них булочки. Нет, просто они сидели так, как тебя хавали голубей. Хоть бы это все поджарили. Какая-то нахреновая капуста, она острая. Мы сидим только плявкаем. Я все вижу. А, тут чеснок! У меня аллергия на чеснок. Страшная аллергия. Чеснок. Рекламу. Кушать хорошо? Да, возможно. И тогда все будет вкусно, ну ладно. Мне же напрягает. Нет, ну что тут чеснок? Послушай, это помидоры, да? Точно, ты уверен, помидоры? Это глаз бомжа. Ты уверен, что это? Я просто его сильно дрючком ударил, у него он вылез. Понятно. С тобой проблемы? С тобой не поживешь. Нормально. Ну, мне тебе сказали спасибо, они уже задолбали. Пожалуй, все зимние резины. Я машина. Так знаешь, бомжи сидят. Они, короче, хавают голубей. Голуби раздражают тараканы. Хотя тараканы они тоже хавают. Если бы тараканы не похавали. Слышь, надо бы отлавливать голубей. У нас на кодочке, короче, мы не просыпали, не крики. Голубы сильно не тараканы. Голуби, которые сначала жрали тараканов, а потом жрали бомжей людей, а потом, ну, короче, мы бомжи. Короче, ты понял, это целая цепочка. Ну, короче, ты понял, это запутанная история. Это пипец, какая история. Задача, которую разрешение возможно. Фу, это мясо. Как ты это делаешь? Давай покажу. Сейчас лично я делаю. Это немножко по-другому. Ну, как ты берешь палец тоже? Я вам съел. Это не план. Так, это у нас что? Извини. Это по-моему какая-то голубя. Что, реально? Это крыло голубя? Ой. Ты что творишь? Это просто бомжи голубя. Ты что творишь? Ты какого? А я? Ты тоже голубя на сильно? Нет, я тоже голубей не ем. Это голубцы, ты что? Самая, самая популярная еда. Арабцы. Они арабцы тоже. Мелкий деликатес кузнечный. Я видел, не так, короче, где китаец берет и такой, йо, и рыбу вытяну. Встречи. То есть мне просто, блин, какая-то лохость. А знаешь, как они дерутся? Боже. Это что фигня? Мне китайцы не очень могут ее украсть. Целая кунг-фу. Кунг-фу, я знаю. Так только уже на колу. Барракуда на колу. Будешь стирать, а не тобой пошли. Буду я стирать. Ты что, сама сошел? Я тебя заставлю сожрать ее. Зачем ты вот это делаешь? Ну, знаешь. Это хавает две сигареты, слышишь? Всем пока, с вами был Дан. Всем пока, с вами был Леша. Он еще не знает. Я не курю кем. Вообще не курю. Кому понравилось это видео, ставьте лайк. Пишите комментарии, кому понравилось. И будем продолжать такую тему. Да, кому не понравилось. Видео это. Бомж. Да. Не ешьте бомжа, они не вкусные. Пока. Пока.